Активисты волонтерского центра «Единой России» проводят рейды по образовательным учреждениям округа. В центре внимания партийцев соблюдение мер безопасности и санитарного контроля. Депутат окружного совета депутатов Вячеслав Киреев и Владимир Семин проинспектировали детские сады номер 41 и номер 85, а также Большевиземскую гимназию. Нарушений выявлено не было. По словам депутатов, в ближайшее время рейды будут продолжены.